Илья Фуфырин, большое спасибо за донат с текстом «Формося, listen to noisy». Ringo Dead Star слушаем. Так, там опять этот, короче, девчачье щебетание поверх такой музыки. Я не знаю, насколько это нойз-роком, типа, чем-то таким может считаться. Сейчас такое идет, как фуз, типа... Забыл, для какой музыки это характерно. Ну, типа, Stone Age там что играли? Stoner, не Stoner. Noise Pop написано, ну хз. Есть. Не, может быть, я смутно в этом направлении разбираюсь, но... Типа как будто вокал такой вообще чуть ли не в дримпопе используется. А вся музыка, ну, какой-то такой стандартный... Но не пойму, какой жанр. Стандартный, но это я не пойму, какого жанра. Просто обычно не девчачий вокал с кучей интервалов вот это происходит, а типа там... Бородатый мужик что-нибудь поет. Еще бы не сессия, блядская сессия. Вот ты бухал чуть не метлу, говоришь, что вино пьем. Поздравляю. Ну просто смысл в том, что если уж бухать как черт, то лучшее время для этого на самом деле чисто физиологически это вот как раз с 18 по там 20 лет, наверное, вот так. То есть это, во-первых, уже можно. Во-вторых, типа похмелья особого не будет. Вот. Ну, главное, конечно, не допиваться, как я, до такого. То есть не залезать пьяным в сауну и так далее. И не знаю. Не бухать уж. Даже не то, ну, даже не то, что с кем попало. Короче, в идеале всегда, чтобы какие-то верные кореша были вокруг, ну, на которых можно положиться, а то без зуба, бля, останешься или там еще что-то. Вот, и как бы... Вот. И у кого попало, может быть, даже не стоит слишком там творить дела. Вот так.